Лара Шум, и сегодня я выкладываю свои пробы в кино. Их будет две, посмотрите внимательно и подпишись на мой канал. Канал называется Лара Шум, подпишись. Ля-ля-ля. Предупреждаю сразу, что первое. В первых пробах у меня не получилось по времени, то есть я опоздала их снять, представляете? Актер, он должен все делать очень быстро, и поэтому я отправила буквально через 3 часа, когда мне пришли пробы, и мы уже опоздали, взяли другую актрису. Но все равно хочется узнать, если бы вы были бы режиссером, вы бы взяли меня? Или все-таки сказали, наверное, я возьму другую актрису. У меня есть замечательный агент. Мой агент, с которым я работаю. Зовут ее Александра. И когда я отправляла ей пробы, я написала вот такую вещь. Я думаю, что для каждого актера это будет очень полезно. Буду сейчас читать, потому что не хочу пропустить ни одного слова. Итак, я. Ничего страшного, просто я верю, что моя главная роль в сериале меня найдет. Это когда мне написали, что взяли уже другую актрису, мы не успели по времени. И Александра мне отвечает, знаешь, как интересно, ожидая главную роль в сериале или кино, забываем, кто мы в жизни. Частенько забываем об этом и перестаем чувствовать себя счастливыми. Поэтому главная роль – это то, как мы живем каждый день, что мы несем в каждом дне. Утром встали и пошли под свои софиты. А то так и пройдет вся жизнь в ожидании. Я спросила Александру, а можно я их процитирую в Инстаграме под вашим именем? Это сильная мотивашка для всех актеров, но я думаю, что не только для актеров, а вообще для всех людей. Ведь в самом деле мы можем каждый день выходить под свои софиты. Александра ответила, можно, и я делюсь этой интересной, полезной информацией с вами, этим чудесным, замечательным мнением, которое мне очень нравится. Я благодарю своего агента за то, что она работает со мной, за то, что она меня поддерживает, предлагает мне варианты, как можно снять какую-то определенную роль, за то, что она на моей стороне, и я надеюсь, что мы с ней добьемся очень больших успехов, потому что, ну, наконец-то я нашла своего агента, с которым я хотела работать. Ну что ж, друзья мои, а теперь мы с вами смотрим мои пробы и комментируем. Кстати, второе видео еще рассматривает режиссер, поэтому я не знаю ответ. Но я надеюсь, что все-таки эта роль будет моей. С вами была Лара Шум, коуч по актерскому мастерству. Лайк, лайк, лайк. И кулачок. И кулачок. Пока. Я веду себя как скотина редкостная. Издеваюсь над ним и гоню его. Мозгами понимаю, что... Использую его без выходности. И сама же издеваюсь над ним. И боюсь, что он уйдет. А куда идти у него есть? А подруга моя говорит, что я жиру бешусь. Хотя в сексе у нас все хорошо было. Но мне и сравнивать не с чем, он у меня единственный. Я долго думала и поняла, что я ни в чем не виновата. Что это все из-за сыновей, чтобы показать им, какие отношения должны быть, как правильно. А с чего ты взял, что она у меня? Ее здесь нет. И не было. Я ничего не знаю. Шарф. Подруга Ирина на днях занесла. Я не знаю.